Шеф-повар Максим Григорьев. Острая закуска из маринованных огурцов. Если честно, я совершенно не в курсе, к какой именно национальной кухне принадлежит данное блюдо и принадлежит ли оно вообще, но эта закуска известна в нашей семье с давних времен. Знаю я, знают родители и родственники, знают бабушки и некоторые знакомые. Время приготовления – 10 минут. Ингредиенты. Кориандр сухой 1 чайная ложка. Лук фиолетовый 120 грамм. Масло грецкого ореха 40 миллилитров. Огурцы маринованные 300 грамм. Смесь хмели-сунели 1 чайная ложка. Соус табаско красный 1 чайная ложка. Соус томатный 6 столовых ложек. Шаг 1. Подготовьте необходимые ингредиенты. Маринованные огурцы, красный или белый салатный лук сладких сортов, классический томатный соус, соус табаско, можно заменить порошком чили, кориандр, хмели-сунели и масло грецкого ореха. Масло грецкого ореха можно заменить на нерафинированное подсолнечное или тыквенное. Шаг 2. Нарежьте маринованные огурчики тонкими кружочками. Шаг 3. Лук нарежьте тонкими полукольцами. Шаг 4. Добавьте томатный соус, соус табаско, немного растертый в ступке кориандр и хмели-сунели. Ни соли, ни сахара не нужно. Шаг 5. Перемешайте. Попробуйте на остроту и специи, подкорректируйте, если нужно. Заправьте маслом и перемешайте. Можно подавать к столу. Шеф-повар Максим Григорьев. Подписывайтесь на мой канал. Делитесь отзывами в комментариях.